Между тем, в рудник при помощи вертолета пытались сбросить груз с целью спровоцировать гидроударом спуск скопившейся на дне карьера воды и позволить продолжить безопасную работу поисковых групп под землей на верхних горизонтах. При необходимости эта операция будет проведена повторно. Также добавим, что с момента начала спасательной операции на ее проведение направлены все необходимые силы и средства. Информация о том, что поиски остановлены или для их ведения не хватает оборудования, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба компании «Алроса». Хочу здесь заверить, что компания предпринимает все возможные и невозможные попытки для того, чтобы разблокировать горняков. Не верьте каким-то сообщениям о том, что компания приостанавливает поиски или что компания нет какого-то оборудования. Все, что сегодня можно сделать, все делается.